Тимур Абзалилов путешествует по миру с женой и двумя дочерьми. Обычному отдыху они предпочитают туристические походы. В мае этого года Тимур покорил Эльбрус, снял об этом фильм и стал финалистом первого открытого конкурса туристических фильмов «Глазами туриста». Вот мы почти что на вершине Чудета, и открывается отличный вид на Эльбрус. Так как канал называется «Глазами туриста», у меня фильм, он в основном как раз и снят от первого лица, что называется, мы переживаем заново и заново те ощущения, которые, ну то есть я вот переживаю, и мы, надеюсь, зрители тоже переживают, которые как бы передают мои глаза, потому что фактически весь фильм я снимал при помощи экшн-камеры, которая была у меня закреплена на груди. Ну и, наверное, в отличие от большинства фильмов, я решил на самом деле снять сам процесс восхождения, то есть как оно происходит, в том числе в какой-то степени там трагическими событиями, которые могут этому сопутствовать. Я шел, потом упал, а потом все происходило очень быстро, и я вдруг оказался внизу, внезапно с целыми костями, ребрами и вообще целый. Слушай, Вов, тебе вообще офигенно повезло. Второй день рождения, реально. За год существования телеканала «Глазами туриста» авторы стали присылать очень интересные фильмы. Уровень фильмов достаточно повысился. Авторы стали появляться со всей России. То есть это был неподдельный интерес к нашему телеканалу. Тем более, что скоро он будет вещать в онлайн-режиме на нашем сайте. На протяжении всего лета телеканал «Глазами туриста» проводил конкурс спортивно-туристических фильмов в трех номинациях. Это номинация «Лучший спортивно-туристический фильм», «Лучший фильм познавательный о туризме» и «Лучший ролик туристический». И вот сегодня мы награждали победителей. Самое большое количество работ было присвоено в номинации «Спортивно-туристические фильмы». Ну, это естественно, потому что туристы, они такие, они любят путешествовать, и не просто путешествовать, но еще где-нибудь полазить, поскакать, поездить. В общем, у нас на конкурсе было три ролика. Это «Камчатка», «Кольский полуостров» и «Олимпиада Сочи 2014». Названия говорят сами за себя. На Камчатку мы приехали заниматься фрирайдом, так называемый «хелиски», то есть на вертолете нас доставляли на сопки вулканов, и мы с них съезжали. Сочи, все понятно, мы съездили на Олимпиаду, там очень рьяно за всех болели, и это все снимали на видео. Ну и Кольский полуостров, мы поехали туда участвовать в соревнованиях и одновременно изучить это прекрасное место. Конкурс всегда хорошо, привлекает внимание, может быть, в следующем году больше будет желающих снять такие видео. И самое главное, самим поехать и посмотреть хотя бы то место, которое они увидели на ролике. То есть для меня эти ролики – это возможность вновь пережить самые лучшие моменты в жизни. Телеканал «Глазами туриста» вещает в кабельной сети Уфанет. Если вы хотите, чтобы видео ваших путешествий оказалось в эфире, загружайте их на сайте глазамитуриста.ру. Евгения Кретова, Глеб Салыкин, городской телеканал ЮТВ.